Я юрист-международник, закончил КИМО. Я не смог в 91-м, 92-м, 93-м и так далее, до 97-го года вернуться домой, потому что у нас была война. Я поехал на родину, забрал мою половину и приехали сюда. Он живет в Украине с рождения, она 17, а я 26. Мне нравится Украина, потому что люди тоже хорошие. Никто меня не обидел, никто меня не обзывал, никогда. Богатство наше – это дружба тоже. У нас очень близкий товарищ, друг уже там. Он нас пригласил там на спальню, в Черкасскую область. Ну, 3 дня мы гуляли. Прикольно, очень интересно. У нас такого нет. Самогон пили, конечно. Танцевали. Ти-ти-ри-та-та-ри-на, ти-ти-ри-та-та. Такая музыка была. Вообще прикольно. Пудыгал самогон, мне подарили. И кусочка сала на память. Да. Вот, любитель борща, вот. Вообще, у меня сильно любишь ту, как украинский кухню. Да, а наши они... Были так часто, тоже приглашают друзей, родственников сюда, чтобы посмотреть Киев, зеленый город, Украина так. Люблю Украину, очень люблю. Это вторая наша, моя родина, вторая родина моей семьи. Я понимаю, что все, что происходит сейчас, это время. Так, нестабильность и так, но будем, не будем об этом говорить, это время. Потом все будет хорошо, дай Бог. Поэтому желаю всем Украине вообще всего хорошо. Я верю в Украину.